Война дронов в Украине продолжается. Десантники 25-й бригады вооруженных сил Украины эффективно уничтожают цели противника. С помощью FPV-дронов украинские защитники атакуют позиции россиян. Евгений – оператор роты ударных БПЛА. Управляет этими птичками через специальные очки. Работа с таким типом дронов требует высокой квалификации управления подобными аппаратами, так как мы полностью контролируем его движение. В отличие от общераспространенных, где дрон самостоятельно стабилизируется, имеет GPS, может возвращаться по GPS-у. В FPV-дронах мы берем на себя управление и гораздо лучше их чувствуем в движении. Дрон передает видео с камеры в режиме реального времени, а оператор чувствует себя будто бы внутри БПЛА. Однако, чтобы уметь управлять подобным беспилотником, нужны навыки. Сначала боец должен пройти курс подготовки, овладеть симуляторами, сдать экзамен, и лишь тогда может начать обучение на полигоне. Обычно такая подготовка занимает около месяца. Военные из подразделения называют себя снайперской артиллерией, ведь наносят единичные, но точные удары, превращая в металлолом российскую технику, уничтожают огневые позиции и блиндажи. Какая дальность полета такого дрона? Все зависит от местности, антенн. Если нет РЭБа, то в принципе расстояние может быть довольно большое – 8 километров. Но можно попытаться залететь и на 10-11 километров. Во время последнего боевого вылета удалось уничтожить опорный пункт россиян. По меньшей мере, 6 захватчиков отправились в больницу. Однако украинские защитники на этом не останавливаются и продолжают ежедневно уничтожать силы противника.